делать. Я продаю. Комплекс как бы медитации, попробуй одновременно сконцентрироваться на центре левой и правой ладони. Представь, что у тебя две монетки, которые лежат. Золотые монетки, а может быть одна серебряная, одна золотая. Почувствуй, какая рука более тяжелее, какая рука более легкая. Какую руку ты ощущаешь? Одновременно попробуй сконцентрироваться на мизинце левой руки, правой руки, среднего пальца, указательного пальца, большого пальца. Я извиняюсь. Не вводим второго сейчас. Здесь, в Вьетнаме, это вообще хотелось бы узнать, правда это все нет. Но доли сомнений есть. Доли сомнений есть. Скажите, а вы вообще, как вас зовут? Алексей. Алексей. А вы откуда, Алексей? Саратовской области. Саратовской области. А скажите, вас вообще, ну, занимались вы чем-то боевыми искусствами, да? А чем занимались? Карате. Каратэ-до? И сколько занимались? Около 10 лет. Около 10 лет, но скажу, правда, да? Давно. Но знаете как, у нас сейчас занятия, вот мы сейчас тут занимаемся оздоровительной дыхательной практикой, делали комплексы на позвоночник, вы, может быть, это обратили внимание, да? Но я вас что, все-таки больше на бесконтактный бой или что это? Мне больше, да, да? По-боевому больше. По-боевому, именно, да? Такой мир интерес, насколько это. То есть речь о чем идет? Желание выяснить. А, выяснить? А, ну, если так, вот направо на чистоту, тогда, ну, как бы да, скажите, да? Я то есть понадобился, что я еще в подъезде. Ну, если я хулиган, то да. Работает это? Ну, больше на сказку похоже, вот скажем так. Ну, я скажу, знаете как, наверное, эта сказка и есть. В чем вопрос? Вопрос в том, что... Знаете, основной вопрос философии какой? Нет? Так вот, в институте была философия. Так вот, основной, главный вопрос философии, на который пытаются ответить издревле все философы, то есть это отношение к материи и сознанию. Как вы думаете, что первично, материя или сознание? А курица или яйцо? Как вы думаете? Наверное, одновременно. Одновременно? Ну вот смотрите, я вот через миллион лет. Я попробую вам немножко сейчас чуть-чуть. Ну, это я не хочу как бы уйти от этой темы. Просто эта тема бесконтактного боя, она уже немножко так это достает. Вы мне прямо по-русски скажите, простым языком. Ну, смотрите, я вам сейчас немножко просто время, на этот вопрос. Получаешь, можно человека положить, чтобы он лег и лег и все. Ну хорошо, для начала перед этим, чтобы... Смотрите, есть 6 ответов. Первый ответ – это марксистско-ленинская философия, которая говорит, что материя первична, сознание вторично. Все мы это прекрасно знали и изучаем. Кстати, какого года рождения? 74-го, да? Но в свое время, когда я учился в военном училище, мы сдавали экзамен по научному коммунизму и марксистско-ленинской философии. Второй ответ – это присущ всем духовным практикам и людям, которые занимаются, скажем так, это христианство, это буддизм, это другие вероисповедования, которые отвечают, говорят, что первично сознание, материя вторична. То есть речь идет о первичности духа по отношению к материи. Но вот есть третий ответ, который подразумевает дуальность, что сознание и материя, они находятся, есть такое понятие инь-ян. Это некие эзотерические практики или едические, ведические практики, которые говорят о некой гармонии или же некое учение космоэнергетики. Но есть еще два ответа.
Четвертый ответ, три ответа. Четвертый ответ заключается в том, что это некое, скажем так, восприятие того, что есть, скажем так, этот воинствующий материализм, который заявляет, говорит, что под словом «душа» они в лучшем случае понимают душ, или же в лучшем, ну или в худшем случае души. Вот. Сознание, дух совершенно отсутствует у этих людей. Пятый вопрос, пятый ответ на этот вопрос, это еще больше, это некое вообще полное, скажем так, иллюзия того, что материи нету, а существует только один дух. Ну и шестой ответ, говорят, что нет ни того, ни другого, нет ни материи, нет духа. Так вот, вы сторонник чего? Что все-таки, что первичный, ну, или вторичный, или что? Конечно, материальный. Материально, да? Я человек европейский. Но, смотрите, вот, на ваш... Конкретно, это, когда вот боксер бьет, так вот, хорошо, смотрите. Раз уже мы перешли на эту тему, я просто... Почему? Я не стал уходить от какой-то темы там, да? В зависимости от уровня развития, кто на каком находится, да, тот по-разному это воспринимает. Кто-то верит в Бога, кто-то не верит в Бога. А есть люди, которые в себя не верят. То есть, если вы завели разговор о бесконтактном бое, я сам для себя до сих пор не знаю, что такое бесконтактный бой и есть ли нет. У меня это комплексная система. Есть оздоровительные методы, есть методы, скажем так, саморазвития, энергии, интуиции, интеллекта, а есть боевые методы. А в боевом варианте я не знаю, конечно, как это будет, но если вы хотите, мы можем попробовать. Я за. Ну, я, конечно, не знаю, может быть, этот... Я, может быть, конечно, не какой-нибудь и не мастер, может быть, там я просто обычный там шарлатан там или кто-то, я не знаю, конечно, там. Но хорошо, вы как вы хотели? Как что? Там джентльмен говорит, позвольте вас ударить. Так, ну, единственное, смотрите, Алексей, вот еще раз я просто хотел спросить, да, вот есть вариант какой, работаем, есть учебные, да, то есть как некий спарринг там, еще что-то, или... и есть просто боевая работа, то есть вы как хотите, реально по-боевому, да, хотелось бы реально, да, вот, почувствовать для себя, что правда это или... То есть вы хотите почувствовать некий энергетический удар. Да, или как-то что? Понять, что мой удар не дошел, что я хотел. Но вы понимаете, что здесь о чем-то, если мы сейчас на какие-то серьезные темы начали разговаривать, да, вот вы на самом деле сейчас немножко наш урок там прервали, да, и мы тут... За что я извиняюсь, да? Но хорошо, смотрите. Вот у человека три центра. Вот этот центр разума. Вот это духовный сердечный центр, вот это центр, нижний центр силы. То есть вы как хотите, то есть, ну, какой-то со мной там спарринг, там, что провести, или попробовать, или же там ударить меня, да? Ну, смотрите, если я буду как бы реально включать эту тему, то есть просто вы сами определитесь, если я буду наносить энергетический, ну, грубо говоря, если верхний, это центр разума, да? В системе оздоровления саморазвития, ну, я развиваю у людей интеллект, то есть люди становятся разумнее, умнее. Но если нанести удар по энергетическому центру, по верхнему центру разума, да, грубо говоря, придурком можно сделать. Вот это если сердечный центр, то, ну, не знаю, может быть, сердце остановится. Ну а здесь речь потенции. Ну, грубо говоря, может, вы заранее выгорите, да? Ну, грубо говоря, кого-то там придурка сделать, может быть, там с сердцем, чтобы плохо было, может быть, я не знаю, с потенцией. Ну, а я не знаю, может быть, с правой стороны у нас печень, я не знаю, как с печенью, все нормально, да? Нормально пока, да? А селезенка, да? Все? С позвоночником тоже все хорошо? Ну, тогда это самое, я не знаю. Просто понять реально, насколько это реально почувствовать. Логика вопрос. Но мне хотелось бы для начала узнать, у вас удар поставлен, нет? Просто есть. Ну, для начала просто дайте, чтобы понять.
Ну, я думаю, знаете, как, наверное, мне на вас будет очень тяжело продемонстрировать, конечно, я вот не знаю. Знаете, вот у меня раз как-то было, да, вот один боксер попросил мне продемонстрировать бесконтактный бой. Я говорю, хорошо, но в моем понимании бесконтактный бой – это некий принцип готового результата. Вот я заранее увидел, что человек упал. Но так и произошло, только со стороны еще один боксер смотрел, он сказал, что это был не бесконтактный бой, это был, говорит, кросс через руку, у человека нос был сломан, да? Но я, конечно, постараюсь так это, да? Ну ладно, что? Ну-ка еще раз. Я что-то не врубился. Опа! Отжался! 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 Встал! Руки вверх! Руку вниз! Ногу поднял! Ногу опустил! Поднял! Руки в стороны! Руки сведи! Замок! Замок сожми! Руки за голову! Руки за голову! Почувствуй давление! Почувствуй, как напрягаются мышцы спины! Руки напрягают! Все тело превратилось, блин, в камень! Язык высунул! Язык высунул! Сейчас язык отрежу! Почувствуй напряжение! Еще больше! Мышцы сковывают! Все тело сковалось! Спать! Я спокоен! Я спокоен! Я расслаблен, я отдыхаю. Медленный глубокий вдох, медленный глубокий выдох. Почувствуй запах, легкое дуновение ветерка и как твое сознание медленно, плавно начинает растворяться. Почувствуй, как вода, волна смывает все напряжение, которое уходит из тебя. Почувствуй, как расслабляется один из пальцев на левой и правой руке, возможно, ноге. Почувствуй, как твое тело начинает проваливаться и опускаться. Медленный глубокий вдох. Медленный глубокий выдох. Медленный глубокий вдох. Медленный глубокий выдох. И сейчас я досчитаю до 10, и ты будешь медленно, плавно приподниматься. Но вначале ты начинаешь погружаться. Ты вспоминаешь на счет раз все, что было с тобой год назад. А возможно, ты как по ступеньке начинаешь шаг за шагом опускаться все ниже и ниже. На выдохе. Твое сознание теперь находится в точке межбровья. Вспомни то, что было несколько лет назад, а может быть 2-3 года назад. А теперь на выдохе на счет 9. Твое сознание на уровне глаз. Прекрасные картины мироздания открываются. Возможно, ты представляешь себя в школе за партой, вспоминаешь одноклассников. Твой взгляд фиксирует все события. И вот на цифру 7 ты опускаешься еще ниже. Вот твое сознание на уровне груди. Цифру 6 – это горловой центр. Свободный естественный вдох и выдох. Почувствуй, как уходят все напряжения, психоэмоциональные состояния. Вот на цифру 5 твое сознание переместилось в центр груди. Почувствуй легкость и свободу. Это жизненный центр. Зеленый цвет. Зеленый цвет преобладает в твоем теле. И вот цифра 4, район пупка, это жизненная сила. Вспомни себя маленьким, вспомни себя ребенком. И вот ты начинаешь переворачиваться. Тянешься, как ребенок. А теперь, как ребенок, ты начинаешь
возможно, на колени становиться, потянись. Помни все, когда ты был ребенком, когда было все спокойно и безмятежно. Вспомни, как ребенок начинает подтягиваться в кроватке после глубокого сна. Переворачиваешься на живот, зеваешь. А вот теперь поползай немножко, поползи, как ребенок ползет. Вот, на коленочках. Медленно, плавно приподнимаешься, встаешь, глаза закрыты. Все внимание уходит на глаза, ресницы. Одновременно они пытаются открыться, они закрываются. Почувствуй, ты пытаешься открыть глаза, но не можешь. Ты не можешь открыть глаза. И уши, и вдруг звуки уходят, внимание с мира внутреннего на мир внешний. И губы сжимаются. Ты пытаешься что-то сказать и не можешь. Пересохло в губах, все пересохло. А теперь ты видишь все, что находится слева, справа. Сзади розовый бегемот, хромая акула. И, возможно, ты представляешь, как на твоей голове растут волосы. Это белые волосы. И вот я тебе даю расческу, и ты начинаешь причесывать волосы. Почувствуй, как они отрастают, они становятся больше. Почувствуй длинные волосы. Они струятся, спадают по твоим плечам. И, возможно, в прошлой жизни ты был красивой женщиной. Белоснежные белые волосы. На, держи, вот эта помада. Губы намажь. Хорошо. Медленный глубокий вдох. И сейчас я досчитаю до 10. И у тебя полностью произойдет гармонизация центра разума, центра духа и центра сил. Ты откроешь глаза и полностью расслабишься. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, мы с вами сейчас позанимались немножко оздоровительной дыхательной гимнастикой. Мы делали практику на берегу океана. А что, кстати, у вас бывает? Какие-то ветры тоже какие-то. Ну, хорошо. А у вас какие-то ко мне вопросы есть еще? Напоминаю, что вы Вадим Старов только. А... Мы с вами, по-моему, договаривались. Само случилось. Вы, по-моему, подошли ко мне и хотели в кафе пригласить чай попить. И говорили, что вас не интересуют там боевые искусства, вам больше нравятся оздоровительные и дыхательные практики. Я правильно понимаю? Да? И это, да? Ну а в какое вы хотели кафе меня пригласить? Да? Ну, в принципе, мне... С удовольствием. Ну, хорошо. Хорошо, давайте тогда в кафе потом продолжим разговор, беседу. Что-то со мной было сейчас. Что именно? Я бы это с удовольствием осмыслил. Да? Предварительно. С удовольствием осмыслил. Ну, а что было? Расскажите. Я не знаю. В принципе, вы вообще как здесь оказались-то? Отдыхать приехали? Вы подошли ко мне и... Я вспомнил.
А что? Я вас узнал, я вас видел по YouTube. Есть канал даже в один старый. И смотрел вот все. К вам подошел, спрашивал. Что-то, что реально это или нет. Ну я сказал, что на самом деле это нереально. Все ерунда, это просто нет никакого бесконтактного боя. Это просто, я не знаю, там. Ну просто мы там дыханием там занимаемся немножко так. Чуть дышим. Ну ладно, просто сейчас темнеет, там уже девушка там, она замерзла. Смотрите, если хотите, там, за чашкой чая можно там продолжить. Или знаете что, давайте завтра, завтра на, отдаленный пляж, вот отсюда примерно 5 километров. Давайте завтра там встретимся. Только возьмите свою спортивную форму, если вас на самом деле интересует комплексная система, да, сегодня просто здесь с девушками мы занимались оздоровительными дыхательными практиками, а завтра там практики боевые, можем позаниматься как с оружием, без оружия, договорились? Я с удовольствием. Все тогда, не буду вас задерживать, всего доброго. Все, спасибо вам. А что-то со мной было сейчас.